Produced by Слава Мерлоу. Наш замечательный экспертный гость, который был у нас в гостях, помогал отсуживать треки на конкурсе продюсеров. Очень хороший стрим получился, добротный. Столько советов, столько всего, больше 5 часов сидели, общались. Фьючеринг Иван Золо, Никоглай. Песня Никоглая. Фьючеринг Иван Золо. Два, я не знаю, товарища, друга, партнера, так или иначе стримят. Вот, обычный парень трек называется. Первая информация о треке появилась на совместном стриме Никоглая и Ивана Золо 21 января. На нем Коля сказал: мы с Ваней сделали трек под бит Славы Мерлоу. Он дал невероятный биточек, а мы под него просто разъебали. Сейчас чекнем. 29 января на стриме Никоглая совместно с Хесусом. Господи, чуть-чуть неправильно не прочитал. Он так раз быстро открылось. Хесус, если быстро вот проводишь взгляды, как-то по-другому читается. Вот это слово как-то очень по-другому читается. Стоп, блядь, с кем? Да. С Хесусом, конечно же, да. И Эвелоном показал удлиненный сниппет. 28 января в инстаграме у Коли был показан новый сниппет, в котором мы впервые услышали одну из строк куплета Ивана Золо. Окей. По официальному заявлению Ивана Золо в ТикТоке 1 февраля трек должен был выйти. Так, окей, 4 февраля обещанный трек не выходит на площадке Николая Сумитрикова. Перенос. Ну, были переносы, короче, да. Переносит извинения Иван. На последнем стриме Коля сказал: трек не выйдет. Я ухожу из соцсетей и не запущу трек до того момента, пока я не вернусь. Если я ухожу, это значит, что моя любая деятельность в соцсетях закончена, пока я не вылечусь. Окей. Однако чуть позже становится известно, что трек все-таки выйдет, и 11 февраля в полночь песня наконец появляется. Ну да, то есть был такой типа ажиотаж, да, какая-то движуха, там что-то у ребят происходило. Стрим последний, да, вот я смотрю, тут есть видос. Завод для Никоглая. Последний. А, это, короче, видео разоблачение, да, вроде. Да, мне, я в курсе, как бы, я в курсе этой движухи. Не особо слежу, сорян, я не смогу никак комментировать, если какие-то вопросы по этому поводу будут. В этом во всем грязном белье я не копаюсь, у меня нет времени, к сожалению, на это. Наверное, к сожалению, хуй знает, нету, короче, времени, да? Да, поэтому посмотрим сейчас. Посмотрим. Очень интересно мне, как они это сделают. 1.46 идет трек. В бите Славы я не очень сомневаюсь, да. Гораздо более меня интересует реализация, ребят. Говорит, что типа для стримеров пойдет и так далее. Вот эту всю хуйню мы выключаем всегда. И мы оцениваем музыку как музыку. Вне зависимости от контекстов, да. Поэтому честно, думаю, что слабо. Потому что нет опыта у ребят, как минимум. Тот же Бустер, ну, как бы много треков у него разных уже. Здесь не знаю. Ну, давайте попробуем. Погнали. Обычный парень. Фит Иван Золо. Ваня, он вроде бы обычный парень. Ваня, что в его душе никто не знает. Ваня, пусть весь мир его не понимает. Ваня, просто занимается делами. Ваня, он вроде бы обычный парень. Ваня, что в его душе. Без будильника проснулся. Так не бывает. Улыбнулся, подтянулся. Йоу, нет. Выпил чаю, схавал бути. Только после чищу зубы. Да, потом шагаю на автобус. Ваня, лысый глобус. Везде фанаты просят фотку. Да. Угрожали исключить из школы. Но все в порядке, я ищу вопросы. После уроков на... Вот это прям топ. Вопросы. Я ищу вопросы. Но все в порядке, я ищу вопросы. После уроков на стрельбу из лука. На спорте. Я чуть не забыл покушать. Но ничего плохого не случилось. Ведь есть лимонная вода и скитл. Ваня, он вроде бы обычный парень. Ваня, что в его душе никто не знает. Ваня, пусть весь мир его. Ну, Никоглай, по крайней мере, идет по ритмике. Вот это, блядь, ну, а хуй знает. Это просто шутка, наверное, да, какая-то. Что занимается делами, Ваня,
если честно, Николай сделал лучше, чем я думал. По крайней мере, он пытается погрузиться в атмосферу. То есть он пытается хоть как-то отыграть ноты, что-то там сделать, да, под автотюнчиком больных. По крайней мере, он идет в ритмику, блядь. Не, просто типа, если вот сравнивать вот эти парты два, да, между собой, ну, это вообще земля и небо. Это как бы норм, окей. Это пиздец. Еще раз. Ваня, он вроде бы обычный парень, Ваня, что в его душе никто не знает, Ваня, пусть весь мир его не понимает, Ваня, просто занимается делами, Ваня. Тут какой-то еще восточный вайб, да, присутствует? Пусть у него вот связи особенно. Каким-то востоком отдает, да? Его не понимает, Ваня. Просто занимается делами, Ваня. Просто занимается делами. Ты-да-да-ди. Как-то туда он немного ушел, да, в моменте? Занимает, Ваня. Просто занимается делами, Ваня. Он вроде бы обычный парень, Ваня. Что в его душе никто не знает, Ваня. Пусть весь мир его не понимает, Ваня. Просто занимается делами, да. Делами. Без будильника проснулся. Так не бывает. Улыбнулся, подтянулся. Не, ладно, короче, это кринжатура ебаная, вообще дикая просто, пиздец. Здесь хотя бы у человека есть чувство слуха, да? Чувство слуха, блядь, слух есть. Чувство ритма, естественно, да, чувство такта, блядь. Он идет по нему более-менее. Я просто в ахуе настолько, что типа, ну... Не, ну с другой стороны, что, сейчас кринжа хватает, типа абсолютно любое... Творчество популярных людей, типа, да, это заебись круто и смешно и весело, наверное. Вот, но с точки зрения каких-то объективных параметров, ну, это полная хуета. Вот это более-менее. Более или менее. Странновато, конечно, звучит вот этот слегка затягивающий ритмичный восточный рисунок, да. Но он хотя бы искренне, как будто бы он искренне говорит, Ваня, и его типа никто не понимает, пиздец, мол, типа, да. Ну да, в общем-то, он прав, пиздец. Вот, что могу сказать точно, что он прав здесь. Что вот Ваню, да, который вот это рассказывает, его никто не понимает. Но, в принципе, похуй, потому что есть лимонная вода и Skittles, да. Да. Так, и концовка у нас просто два раза приписана. Не парень Ваня, что в его душе никто не знает, Ваня. Мир его не понимает, Ваня. Просто занимается делами, Ваня. Он вроде бы обычный парень, Ваня. Что в его душе никто не знает, Ваня. Пусть весь мир его не понимает, Ваня. Просто занимается делами. Окей, окей, окей. Вот, ну, человек не артист. Человек не артист. Как я понимаю, они там на стримах что-то угорают, постоянно что-то обсуждают, какие-то скандалы, какую-то всякую вот тему, да. Тут типа это прикол идет, но с точки зрения шагая на автобус, лысый глобус, что-то помню там, когда стрим был совместный, со Славой что-то писали там, вот это как-то, видимо, какой-то мем, да, наверное, опять же локальный. После уроков на стрельбу из лука решил вопрос, ну... Да. Ну ладно, я думаю, что вы в принципе поняли, да, качество. Да, вот тут вот Ваня нарисован, у него вот лимонная вода в руках, как я понимаю. Там вот Никоглай, да, сзади, он разбивает молотком окно, обычный парень, твич или что-то, монитор, что-то происходит, короче. Вот, ну давайте поставим оценку. Оценочка. Оценочка столь замечательному треку. Блять, раньше блогеры, да, рэперы говорили блогерам, блядь, не лезть никуда, не лезьте в рэп. Теперь рэперы и блогеры будут говорить рэперам, тиктокерам, стримерам, да, не лезьте к нам, в наш рэп, блядь. Потому что, ну, дикие же охваты, да, и ребята прям сумасшедшую медийку имеют. Охуеть.
Короче, да, по припеву. По припеву более-менее нормально. Более-менее нормально. Лучше, чем я ожидал. Куплет очень странный. Очень странный выбранный стиль, очень слабый. Рифмы и образы. Проснулся, потянулся. Лимонная вода и Скитлс есть. Ну, такой юмор, да, подростковый по факту. Но все равно в любом случае это не выше пятерки. Вроде обычный парень, никто не... Даже меньше, 4 балла, я думаю, да. Душу никто не знает, не понимает, просто занимается делом. Нет, блядь, даже тут ну, сложно 4 даже поставить. Типа, что, по стилю, да, легенькая песенка. Ну, 3-4 балла, короче, 3-4 балла. Структура, ритмика. Два припева в конце. В начале один припевчик, да, интрушка. Ну, интрушка есть, припев есть. Да, вот интрушка, припев один, без повтора. Да, такой аккуратненький куплетик на 12 строк. И два припева. Ну, для песни... Простой песни в этот. Обычная структура. Обычная. Ничего плохого, но ничего интересного. Обычная структура. Типа 7, да. За структуру. 6 даже, да. 6-7. Нет, 7 даже. Знаете почему? Потому что реализация — это вопрос другой. Здесь присутствуют идлибы. Да. И они друг друга, так сказать, саппортят на треке. Как это сделано — вопрос другой. Но с точки зрения техники, с точки зрения расстановки, это нормально. Да. То есть тут, как я понимаю, не коглайн, либо, да, поэтому 7 баллов можно поставить. Реализация выбранного стиля, да. То есть вот такая реализация у Ивана, вот такая реализация у Николая. По итогу я готов поставить что-то вроде тройки-четверки. Да, пам-пам. Припева достаточно много, пусть будет 4 балла. Индивидуальность и харизма. Блять, индивидуальность максимальная, пиздец. Ивана Зола никогда ни с кем не спутаешь. Это пиздец. Выпил чаю. Выпил чаю. Ебой. Индивидуальность 500. Ну, харизма, конечно, да. То есть, выпил чаю, да. Ну вот, у Николая тоже такое. Ну, короче, у Ивана с точки зрения индивидуальности много, с точки зрения харизмы, ну, типа, как это сделано, просто слабо сделано. Я думаю, Ивану я бы поставил 2-3. Николай бы поставил 7. Ну, у него достаточно простые, потому что простой рисунок в припеве. Ему ничего особенно не надо было там делать. Но у них еще есть идлибы, да, которые тоже так себе сделаны. Поэтому по итогу, я думаю, поставлю я 4 балла. Да. Атмосфера вайп. Атмосфера вайп очень странная, да. К сожалению, заруинено все. Один балл атмосфера вайб. Да. Потому что куплет полностью выпадает из атмосферы. И идлибы, которые там сделаны, тоже полностью выпадают из атмосферы. Очень, очень, очень сложно, очень, очень плохо идет. И два повторения потом не спасают припева никак. Даже на двойку, к сожалению. Трендовость и популярность. Музыки. Музыки. Я тут не про людей, которые это сделали. Да, это сейчас, наверное, сейчас гремит. Это, типа там ого-го. Вот. По поводу музыки. Хорошую драмку написала Слава, конечно же. Хотя вот это как будто поддавливает немного, да, синт. Только после чищу зубы. Только. Костюшкин бы одобрил это. Так.
Так, так, так. После чищу зубы. Да, чисто, да, чисто. Потом шагаю на автобус. Ваня, лысый глобус. Везде фанаты просят фотку. Да. Ну, Битос в целом, как бы... В целом Битос норм просто. Так, норм. Иван Золо делает мув на гличах. На своем скитлс штанах, блять. И у него скитлс в штанах. Да, во. Иван Золо делает мув на гличе, и у него скитлс в штанах. По звучанию, я думаю, тройка, четверка. Четыре, я думаю, пять нету. Да. Ну и не тройка, да? Да, четыре по звучанию. В общем, вот такой вот трек. Такой вот трючок. Ну, для ребят, которые не занимаются музыкой, я думаю, в качестве инфоповода, в качестве какой-то движухи, наверное, это прикольно. Вот, они, наверное, и не претендуют на то, чтобы быть суперскими музыкантами, поэтому я думаю, что их аудитория кайфанула, все посмеялись, порадовались, поугарали, они сами получили удовольствие от этого. Главное, что результат, который планировался, достигнут. Остальное-то, в общем-то, и не надо. Поэтому, блядь, за попытку респект, ёпта.